Груши режу на варенье. Расскажешь, как будешь делать. Ладно, расскажу. Вот у меня очищенные, нарезанные груши. Кожицу я не стала срезать. Хотя можно и срезать кожицу. Значит, 2,5 килограмма. Песка кладу 3 килограмма. Сначала я не весь высыплю, чтобы немножко это... Последний килограмм попозже насыплю, когда чуть-чуть осядет. А, то есть во время готовки, да? Да. Так. И 100 грамм воды. Это на 2,5 килограмма. На 2,5 килограмма. Они груши сочные, они дадут сок. Доводим до кипения. И 5 минут прокипятим. Выключим. Они у нас, сироп с грушами остынут. Снова на 5 минут включаем после закипания. И так 3 раза. Почему я так варю? Потому что сироп прозрачный становится. И плоды целыми остаются. То есть они в кисель не превращаются. Вот у нас немножко осело. Добавляю. И теперь будем доводить до кипения. И после закипания 5 минут будем варить. Так, вот у нас кипит. Убавляем огонь. 5 минут. А варить ты уже второй раз, да? Второй, да. И опять остывает, да? И опять остывает. До завтра, наверное, опять, да? Да, до завтра. Варенье мы прокипятили 3 раза по 5 минут. Бульон прозрачный, ягодки целые, не разварились. Когда остыло, переложили в банку на зимнее хранение. Ну вот, и не утерпели. Решили все-таки попробовать.